Здравствуй, мой думающий друг. Следующая тема. Виноват человек или же все-таки виновато окружение человека, мир, в котором человек живет, растет, воспитывается. Это две такие, как бы, опять же, противоположности. Раньше я думал, что во всем виноват человек. То есть люди, так называемые нытики, я их ни в коем случае не жалел. То есть люди, которые жалели себя, нытики, и говорили, что все плохо в жизни, вот что я могу сделать, в чем я виноват, почему так со мной происходит. То есть виноваты все вокруг, но не я, то есть виновата, не знаю, государство, общество, школа, там, не знаю, мировое правительство, рептилоиды, масоны, иллюминаты и так далее. То есть виновата ты все вокруг, но не сам человек. То есть я таких людей, ну, не то что не понимал, я их просто не воспринимал. Я считал, ну и частично сейчас считаю, что человек сам виноват во всем, что с ним случается. Практически во всем. То есть ответственность за свою жизнь полностью лежит на самом человеке. То есть что-то плохое у тебя случается, значит, это ты сам своими действиями, своим поведением или бездействием пришел к этому. То есть это жестокая позиция. Это позиция, так скажем, можно сказать, бесчеловечная, античеловечная. Но отчасти я считаю, что так и есть. Потому что, ну, если ты хочешь что-то, если тебе что-то не нравится, то меняй это. То есть меняй это в своей жизни. То есть если ты не можешь это поменять, ну, как говорится, смирись и, ну, не ной и не жалуйся. То, что мы не можем поменять, ну, нет смысла на это сетовать и жаловаться на это, виня в этом кого-то. Другая позиция, я на нее посмотрел совсем недавно, то есть ее высказывает Жак Фреско, разработчик и автор идеи проекта Венера, уже, к сожалению, покойный. Очень, я считаю, великий человек. Я еще не до конца погрузился во все его идеи, но пытаюсь по мере возможности погружаться. Так вот, Жак Фреско считает в том числе, что человек не виноват в том, что с ним случается, виновато его окружение, виновато общество, в котором он живет. То есть, допустим, убийца, преступник, убийца либо вор, он не виноват, что он, допустим, вырос в таком мире, то есть в таком окружении, что он вырос, допустим, в плохой семье, что его не смогли воспитать достойно родители, если вообще были у него родители, или родители, какие у него были. То есть, опять же, если родители у него были плохие, там, пьяницы, преступники, то, опять же, он разве виноват в этом? Виновато общество, в котором он вырос. То есть, виновато ему, грубо говоря, ему пришлось пойти на преступление, чтобы, ну, не знаю, не умереть с голоду, либо получить средства к существованию. То есть я сейчас ни в коем случае не оправдываю преступников. Но Жак Фреско говорит, что
То есть в абсолютном, то есть в абсолютном воплощении этой идеи, что виновато общество, человек абсолютно ни при чем. Он стал заложником той системы, в которой он живет, и того общества, в котором он вырос. То есть все те, допустим, преступники, воры, убийцы, извращенцы, педофилы, они такие, потому что они выросли в таком обществе, в таком окружении. Это, конечно, имеет место быть. Опять же, как и во всем, должна быть золотая середина. Ну, не то, что это должна быть прямо вот середина посередине. Она может двигаться в одну или во вторую сторону. Знаете, как такой бегунок. Два противоположных берега и бегунок, который бегает примерно между ними. Так вот, конечно, общество, в котором мы живем, общество потребления, я бы сказал, даже общество потреблятства, где нас вынуждают покупать все новые и новые вещи, потому что старые, ну, в том числе, ломаются. Где нас вынуждает общество работать, чтобы не умереть с голоду. То есть общество, естественно, это вот больное наше общество, оно виновато в том, что некоторые люди становятся преступниками. И даже не в том, что преступниками, а то, что плохие вещи случаются с людьми, что им приходится, всем нам приходится, практически всем приходится работать, чтобы просто выживать. Все мы заложники этой системы. То есть, понятно, виновато общество и окружение. Но и сам человек тоже виноват в том, что с ним случается. То есть, человек может влиять на свою жизнь, если не глобально, то хотя бы в мелочах, делая свою, в первую очередь, жизнь лучше. То есть, менять себя к лучшему, стараться менять свое окружение к лучшему. То есть то, что человеку не нравится, он может все-таки менять. И если не нравится работа, можно найти другую работу. То есть можно что-то попытаться делать самостоятельно. Я еще, к сожалению, не пришел к этому. Сейчас очень много и сильно пытаюсь думать над этим, как все-таки выйти из системы, из порочного круга, выйти из этого колеса, в котором мы все бегаем, как белки. То есть кто-то говорит, что можно, человек может все. То есть главное захотеть чего-то, и человек может все. Это отчасти так, но опять же, не все возможно в этом мире. То есть кто-то говорит, что абсолютно все возможно, главное поставить цель и идти к ней. Но я вам скажу, что наши желания не всегда воплощаются в жизнь. Как бы мы сильно ни хотели, что бы мы ни делали, не всегда наши цели и мечты воплощаются, даже если мы делаем все, положим всю жизнь. На это не всегда получится прийти к своей мечте. Потому что наша мечта и наше желание зависит не только от нас, но еще и зависит от окружения, очень сильно зависит от окружения, от общества. То есть как бы мы ни хотели летать, грубо говоря, без всего, ну, пока что человек на данном этапе развития не может летать. То есть гравитация и, ну, так скажем, духовное, физическое развитие человека не позволяет ему преодолеть силу земного тяготения. Поэтому, как бы мы ни хотели, мы этого не можем в силу нашего окружения и мира, в котором мы живем. То есть это такой пример, самый простой. То есть, но это не значит, что нужно сложить
лапки и плыть по течению. То есть нужно пытаться реализовывать свои мечты. Главное, как говорится, не ложить все и вся на эти весы. И не ложить, допустим, жизнь и жизнь своей семьи на воплощение и реализацию своего какого-то желания, мечты. То есть все должно быть в меру. Как говорится, мозг никто не отменял. Мы в основной массе рождены Homo sapiens, то есть человек разумный. И надо все-таки оставаться разумным человеком. Общество нас пытается, наш разум, выключить всеми возможными способами, чтобы мы перестали быть разумными, перестали марионетками и баранами, идущими на поводу у пастухов и кукловодов. Но я вас призываю не быть таковыми, никогда не выключать разум, чтобы разум был умный. Как говорится, во всем нужно сомневаться и подвергать сомнению, то есть не воспринимать все на веру и на доверие. То есть, если вам что-то говорят, вы подумайте, так ли это, проверьте в меру возможности. Ну а вас я поздравляю еще раз с наступающим, либо уже с наступившим 2020 годом. Желаю вам всегда оставаться разумными, никогда не выключать мозг, разум свой. Ну и будьте с широко открытыми глазами. Спасибо за внимание и пока.